Я все понял, Эдуард. Тебе нужны ведра с чистыми наклейками, без краски, с фирменной надписью «Бенджамин Мур». Фирменные вот эти все защитные. Их можно помыть, конечно, но одна проблема. Сейчас я достану с мусорника крышку. Дело в том, когда мы открываем, здесь еще есть запечатка. Ты так просто не откроешь. Надо снять вот это кольцо мудрости. Не, не женское. Короче, где оно? Сейчас, секундочку. Ой. Ой-ой-ой. Вот это колечко. Вот это внизу есть. Между этим мятем есть колечко. Мы его срываем. Вот оно. Чтобы открыть ведро. То есть дальнейшее использование вот этого ведра только в целях носить воду, мешать раствор, мешать носить песок. Они очень плотные, кстати, показывая. То есть лучше, чем продаются вот эти в магазине. О, вот так. Видите, я почти наполовину его. То есть, ребята, ведра, конечно, классные, отдаю даром, самовывоз. С наклейкой Ultra Spec 500 с новой технологией Cross Leaking Resin Technology. Не воняет краска. Ребята, кто интересуется, кстати, наберите вот в интернете, и вы увидите, что это за Cross Leaking Resin Technology. Это новая технология, буквально вышла года 3 тому. 3 или 4 года тому от Бенджамин. Вот эту краску применяет, это профессиональная краска во всей сфере. Ну, цена нормальная. В общем, она как у нас, как сметанка. Все, ребята, погнал я дальше. Пришел водички попить. Используем вовнутрь. Аквафайн. С собой чайник, потом сделаем чаек, кофе и пообедаем. Кстати, насчет этих роликов Infinity. Десяточка. Она чуточку меньше, чем 13-ка. Качество идеальное. Вот я откатал уже одну, вторую, третью комнату. Без проблем. Не оставляет никакого ворса, не отрывается и просто супер. Потом еще попробую для теста от Ричард. Давно я ее не красил, уже лет, наверное, 8. Первые валики были супер. Сейчас не знаю, где сделано. Вы сами увидите. Made in Canada. Микрофайбер. Все, погнали.